Я не сказал об этом. У Лени 5,9 показывает. Ну, он с нами уже убивал, так что... Кто там на поле Валхан, не помню кто, но он был с нами. Ну, а ДК нету просто. Это плохо. А, ну Джерин напулит. Наверное. Лучше вон даже какого-то шанана к тьму ебануть, чем Рок. Боги, это охуенно. Он не очень. Ну я так думаю. Земля точка воет. Распан, ты тут? Там надо ставить заметочки, не будет, это гусь, есть, просто это... гусь. Гусь не хватает букв. Писать воет, просто воет берет и сразу такой гусь. Можно, короче, еще три роги в свету шанан во тьме. Да, я согласен с этой темой, потому что мелкий тогда вообще никогда никого не убьет. На пульс железный. Да там пох, там вас трое. И хан. Так, Оксана знает тактики на RS-25. Оп. Мне и сказал, что на третьей фазе надо бить больших големов. Помолимся. Да что молиться? Тибался какой-то ретрик 6.7. Тактики знаешь? ТВРК? Сегодня взял его, по-моему. Он не знает, он же писал сразу. Вопрос, как он лаптал такой шмот? Ну да. Ну ладно, мы почему сделаны. Другой шмот, у него ни одной шмотки. А, нет, есть одна. Нарыч. Есть. А, он продал пала. Нет, он, наверное, выбил все с целка, а наручи задонатил. Ладно, давай будем простым. Тём, ты знаешь тактики VRS-25 оп? Так, уже лучше. Ну, такой... Как длани кидать умеешь? Там чувака во тьме пытается мудрить. Он ее выносит к стене, ты кидаешь фридом. Ой, твой рог андед? Да. А с лезвиями знаешь, что делать? Не забегать в лезвие на бегах. Надо срочно мне раз менять. Какая у тебя? Тоже андед. Раса андед топ. Там говно, это не раз. Топ раз. Сибасла. Так, какой у тебя никварка? Эльфы, вот топ раз. Сука. Смешной ник. За сбу. За Эбу написано. Да, нормально. Как метку выносить, знаешь? Свету во тьме. Там, когда метеорит падает и на тебя кидается метка, что надо делать? Лучше спроси, что такое метка. Не помню, нахуй. Короче, надо повернуться и бежать к стене. И диспелить себя. Знаешь, что такое диспел?
Вот, себя диспелить. И бежать обратно в рейд. Не в рейд, а бегать метеор, который падает возле фрейма босса. Потому что ты умрешь. Есть кого ссылка на китайскую версию WoW? Чем тебе китайская версия WoW? Может, он троллит. Без костяшек? Там он, да, без костей. Что значит без костей? Я скачал эту хероту, типа, MPQ файл, типа, ихний. Что-то внедрил, но что-то мой Undead не так выглядит, как должен. Кости торчат, да? Да-да-да. На руках почему-то торчат, хер его знает, что за хуйня. Так это топ. Да из-за религии у них. Там, короче, Blizzard подняли скандал, типа, что нельзя по верованиям, чтобы кости торчали, поэтому их там убрали со всего. Я знаю, так я и спрашиваю, надо китайскую версию вам где-то пробить 3-5. Так там костей как-то нет, его там сделали, типа, он призраком, что такое. Ты прикинь, сколько они переписывали модели, солому это выставляли вместо скелета. Ну да, тут же скелетов много бегают. Да, там у них солом, ну типа, по видосу смотрят, солома бегает, там ты солому бьешь в первой лодке. Вместо поганишь большая солома лежит. Что твой ник означает в РК? Вот этот заебу. Ну, заебу. У него написано. Человек простой. Зазбу. Не заебу, а зазбу. Не, у него в РК через Э. Выходит заебу. Ну это опечатка. Может, неграмотный. Ладно, это была шутка. Ваня ворвался, блядь. Чё, пацаны? Аниме? Чем заходить? ДК или на поле? Кем-то, кто грамотный у тебя, Джерри. Ну, не все грамотные. Да, да. Я под этим деревом. Мне нужна... Да чё ты такой ник создал себе, заебу? Сука, ты доебался, блядь. Скоро ты присоединишься. Ну там какой-то школьницкий. Слышишь, стебался, делай как у меня ник. На Void. Только не на Void, а другую хуйню. Void заебу, да. Сука. Кастратус хотя бы сделай. Будет кастратус сделать. Не, ну заебу, тут просто пацаны, ну, косо смотреть начнут. Смотрят, что типа заебу, блядь, и начнут агриться на тебя. Он Джерри, он и всякие. Начинает, что какой-то уникальность у нас в рейде есть. Не в рейде, подал заявку. Дарт Ремар. Уникальность. Это что, тот шаман? Это вот Дарт Ремар, это короче, блядь, тоже. Короче, бля, я забыл. Ну кого-то взял, короче, у него еще ДК был. Ну это уникальность шаман, да? А я хуй знаю, шамана не видел такого. Он в рейде? Нет, он не в рейде. А где ты его видишь? Управление заявками. Уникальность. Дима, тебе кем удобно будет релить? Не все равно. Если за АДК нормально будет тебе, то лучше, наверное, чтобы за АДК зашел.
а может все-таки рога и... Чего? Ну, на пол нужен. Не, ну сейчас пан будет еще. Шанана во тьму, наверное, запихнем. Шанан, блядь, метки будет дохнуть. Че, я свет хилю или тьму? Тьму. О, отлично. А, во тьме типа без гер. А, не, шанан есть, отлично. Да там гера не решает ничего. Вот такое. Да, там больше надо, чтобы выровнять материальность. Чтобы 70% не стало. Даже демон, скажу больше, не особо там ничего решает. Надо поставить шкаф, уважаемые. Надо. Убейте посуду. Пока. Ладно, я отойду пока до Халиона. Это Хил говорит. Это Люба говорит. Ладно, наверное, можно начать. Походу. А то мы так долго стоять будем, наверное. Ты видишь, да, Дань? Да, вижу. Короче, сам на мне появился, я еще хуй знает, что ты хуйня. Думал, может, ты знаешь. Столик был? Дайте столик. Есть кого-то фласк на СВД? Сапога что-то много. Допроси нет. Я фласку спрашиваю, не СВД. Ну я к тому, что не стоит сейчас босса агрить. Дай. Да не, все здесь. Ну, Джерри, он только летит. Так все подтвердили, кроме Олега. Давайте пол-литра основу, поклонский первую копию. Или поклонский основу, пол-литра первую копию и Этернити вторую. Дай столик, где-то здесь. Дай ему трейд, не знаю. Дайте штрудель. Блять, да пока вы дадите, уже мана 30к будет. Все, садись пить и не успел. Чё ж ты так долго?
у тебя нормально, 90, по-моему. Ну что, вообще не получил дамага, что ли? Угу. Отец! Двое сильнее, да, учись, Макгрегор. Учись, пока молодая девушка Раня. Долго не продержался. Здесь произошло страшное событие. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы... Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил... Начинайте кто-то из Бубика. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что... В самом начале... Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо чего... Слуги, обратите их в пепел! Я СС Холипала даю. Да. По кому? Айоша. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Первая пати тьма, все остальные свет. Поклон скитанчу тьму, пол-литра, третью фазу свет, на первой фазе големов больших. Этерните мелкий трэш. Джаспанк, лень,
Ленни Хангер напуливаете мелкий трэш на Этернити. Листалк, Войд Хил и Стил хилите тьму, а Йоша и Васаби хилят свет. Четвертая пати, кроме демона, остаетесь добивать больших после первой фазы. Иннеры все заливайте Васабику по КД. Паладины. Стебасло. Ты бьешь правосудие мудрости, ставишь ауру сосредоточенности и кидаешь первый фридом. Веролом, бьешь правосудием света, ставишь ауру на броню и второй фридом. Плюсаните, если поняли. И объясни Палу, когда вообще кидать фридом, а он же первый раз в кире. Метка, когда будет выбегать, на полпути кидаешь ей фридом. На полпути до стены. Тьму танчит Поклонский. Джерри, он тут? Да-да-да, конечно. Чекнет? Еще чекнул. Ну, Кокосина, ты подиспелишь на третьей фазе свет или нет? У меня уже достаточно. Да подиспелит она. А, хорошо. Чек. У Олега нет. Самогона нет и Вани нет. Базар, посмотри мой шмот. Ваня, Олег. Вот справа, сзади стоит. Ваня, Олег, вы тут? На дух одел. Ваня, ты тут, Ванёк? Дайте пристабав и лапу по рейду. Я хилю тьму? Да. Да. Ваня. Хорош. Ванёк кафекашит. Я тут что я танчу? Тьму. Свет. Вот, свет, свет и голем. Чек ещё раз. Зачем тебе рыба, Диан? Без рыбы побьёшь, босс. Самогон. Все, все готовы? Заходите за линию. Давайте за линию, пацаны. Подождите, тут смс-ка. Все. Зайди за линию, волки. Ты начинай. Клонский. Третья сейчас смерть будет. Секунда. Низина. Палм. Небеса в огне. Перебежали метеор. Хантер агро сейчас сорвешь. Убийство падает. Притворись мертвым. Прям лужа, лужа в райд идут. Ты там ближе тут становится. Бьем трэш. Да ёп. Ты дебил, что... Огонь так юзать. Да я огонь не зал, ты скинул это что-то. Дампер. Че это за говно? Шарян, короче. Не стал, подымай, Айош. Чую, будет весело. Перебежали. Зимида Палма, подними дампера, пожалуйста. Нормально. На метку. Идите трэш. Мне её босса можно? Нормально. Давай, пока.
по-японски заходи. Опять заходим. Дарк сайт залей уже, мама. По метку. Квадрат. Встаньте в квадрат. И у метку. Кинется метка, я побежал. Не стал. Готовы. Заходите. Зинаида, заливай ману, но все равно вижу. Сейчас ближе к морде бегите с меткой. Это раз. Там сколько? Там метка 57. Метка не туда! Чё ты паникуешь-то? Так, 1%. Вон Тараса метка. Будем выходить. Выходите. Давайте Геру Свято. Где он? Где следишь метки? Спанк метка. Кошем сними и не туда побежал. Снимай кош. Прибежали, метеор. Кан, сейчас агру сорвешь, притворись. Напуливай, пожалуйста, босса на пол литру. Смотрим лужи. Свет босса не бьем, бьем только больших и мелких. Волкер мет. Отведи не мелких дальше. Сейчас отведи мелких. Беги, малышка, беги! Босса свет. Бежали метеор, бейте босса. Смотрим лужи. Лужи в рейд. Лужа в рейд. А чё, Ваня умер? Ясно, падает. Чё-то быстро. Так, чё там по ГП? Или пока нет? Нет, надо. Дайте мне, пожалуйста, хангер ГП, охотник 6,5, не напуливаешь, дрочишь, мне это вообще не нравится. 100 ГП, потом кто там еще умирал, Айоши ГП, дампер ГП. Дайте я на чисто. Рассказываю про охотника. Выходит такой охотник с тьмы, когда проходит 3 минуты, напуливает на ДК, жмет готовность, и у него есть напул на пало. Ну что ты мне рассказываешь? Я что, не играю за охотника? Там если выйти сразу, как третья фаза, ты сразу на поле, там откатывается до трэша. Зачем жать готовность во тьме? Ты можешь мне это сказать? Это долбоебизм, бро. Короче, у меня нет слов. Нету слов. Дайте рыбу. В РСке не только дамаг главен. В РСке надо распределить этот дамаг Хангер, в пользу рейда. И не прожимай готовность. Ресните, пожалуйста, фуривар. Есть приоритеты. Я сюда экспулу отдаю под все бурсты. Ну, с пула и третья фаза. Да. Только 20%, чтобы два выстрела убийственных кастануть. Да не из-за на пола, просто говорим тебе, как делать надо. Чтобы в дальнейшем не было байпов из-за этого. Не,
Ну, не в том, что ты сервешь агро, а в том, что кто-то другой сервет агро из-за того, что БДК танчит двоих. И ему надо набрать агро и на Халёне, и на Большом. Дайте бафы по рейду. Как умер, Ваня? Ну там что-то непонятно. Там флешка, что-то я сдох. Я не понял, по деталям смерти показывали, что за 4 секунды ты получил удар и по тебе не было хила, но у меня не было, что у тебя хп убиралось. Мы перебежали, ты был с фулл хп и убил тебя. Ну да, тебя. Потом он сразу убило. Это лезвие из тьмы забило. Это или глюк этих отображений, но у тебя было фулл хп и ты умер сразу. По деталям пишет, что за 4 секунды ты получил удар. Давайте, пацаны, речь как-то чай. Ксан. Кто охотник из тьмы? Охотник из тьмы. Оксана, ты тут? Оксана, ну подойди ко мне. Встань, пожалуйста, в квадрат. Квадрат, встань, Оксана. А Вой, ты иди сюда тоже ко мне. Вот, встань, вот твой типа Халён. Когда ты выносишь метку, ты не бежишь сюда, вот так вот. А ты бежишь тупо вот так вот, прямо. Не надо бежать в морду. Да, нормально. Вот, все, спасибо. Давайте, чек. Не, ну там лучше бежать так, чтоб второго, кто выносит, за лезвием было больше места. После первой фазы, Оксана, после первой фазы ты не заходишь сразу со всеми во тьму. Ты остаешься добивать больших. Ну, то есть сейчас ты зашла сразу. Смогон, ты тут? Да. Ты все готовы? Оксана, большие големы. Поклонский на позицию. Все, побежал. Смотрим. Пол-литра. Перебежали метеор. Смотрим лужи, уже нормально. Идем трэш. Так, метка диспал. Смотрим метки, Микер. Метка. Да, и хоты. Итог. Прибежал. Не-не, назад. Возле голема беги, возле голема. Смотрим лужу немножко в рейд. Босса сейчас. Бога и кот заливают трэш. Идем босса. Пейте сильнее. Заходи, Поклонский. Пойти рейд. Оксана, ты остаешься тут. Заходите. Пойдем квадрат. Так, сайт зовем она. Стебался. Фался, малс, метка. Готово. Заходите. Можно сейчас метку несить. Листалк.
Оксаны нет. Сколько? Трудно не дает вообще, ни одной знания. 53, 54. Минус рога, херово. Кибос. Эпкос, Гипнокс. Бейте, 51%, сейчас будем выходить. Понял, резни широку, выходим. Зимодопалом, резни широку. Скажу, когда этот рост, резни рогу. Фулбаф, эти босс. Дампер метка. Смотри, метеор сейчас будет. Бежали метеор, и свет сразу готовимся бить трэш, а не босса. Слипнокс метка, сам себя. Бейте большого и играем только в трэш свет. Свет стопнуть. Так, что тут у нас такое? Нахерово. Дампер метка. С минус ДД. Смотрим, сейчас метеор. В танке проворачивай, проворачивай. Хильте его. Бейте сейчас сильно босса. За свет бьем. Так, кот и рога бьют трэш, все остальные бьют босса. И там и голема. На мне метка. Сейчас я нас прожму. Давайте диспель. Перебежали. Свет стопаните, не бейте его, не бейте, ждем трэш. Нормально лужа, бейте трэш. Самый метка. Свет стопните, на 60. Я ж сказал, мы не бьем, а бьем трэш. Заливайте ману, как открышется. Лен метка. Сейчас перебежим, дугипитка, не, кокосина, на щит, щит себе гимноману. Бейте всех Алиона. Кот и роги трэш, все остальные Алиона и большого. Метка рога. Рога метка. Джаспанк. Что нам метка? Сейчас метка светут. На метка. Пса на метку. Дайте мне 60. Стопните по Халиону стопните, не бейте его вообще. У нас ничего нет. Смотрим, сейчас будем бить трэш. Перебежали. Бейте. Так, а будем дать мне 4 БД? Сейчас трэш бьем. Пойди, трэш. Перса, минута, у нас 6 лямов. Бейте, все, бейте, короче, сейчас тупо бейте, добивайте трэш, добивайте трэш. Тупо Халиона. Свет, бейте тупо Халиона. Жаль. Кто у нас перевесит, не может? Пробуйте добивать бабл, прожмите свет кто-то. Идите свет. Там же лягли, шо петь. Идите свет кто-то, сука, стой. Да, перса 10 секунд. Да это похуй, идите паладины. Иди кто-то. Да это вот все лайк будет. Короче. Да сука.
противники, блядь. Знаете, что сейчас было? Я когда выбегал с меткой, я, короче, вместо альта нажал вот эту вот Windows свернуть. Не знаю, как я выжил. Юзни, пожалуйста, стебался камни в Долоран, тебе еще рано в РС ходить, посмотри какие-то видосы, не знаю, получи тапки, позайди на Noob Club, почитай что-то, суманите, пожалуйста, от Сахоца. Так, надо ГП накинуть за 2 трая. Сейчас я накину, подождите. Нет, ты метку выносил. Ну я не знаю, может ты от лезвия. Ты, короче, вообще не смотришь дебафы, тупо стоишь, бьешь одной кнопкой. Не знаю, как ты вообще играешь. Ни разу метку вовремя не выносил, длань вообще не кидал. Или кидал, но плохо, умер в лезвиях. Не знаю, что там у тебя за ДПС. 8200. Ну он умер. Ты понимаешь, нахуй, что ты не видишь свой дебаф? Вот где карта, мини-карта есть, вот это, блядь, кругляшок такой, там квадратики есть. Там есть такой дебаф, пишется на тебе там поглощение души, поглощение там огненное. Если ты, сука, туда не смотришь, блядь, ты здесь нахер не нужен. Пятишка. Нельзя прийти в рейд и смотреть в небо, еще и шмотки получать, еще и пиздец. Зачем нам Аракс? ГП. Так я же лок мыгу, на лок и получаю. Да, у меня на маге ГД уже есть там. ЕП на мага Маракс, ты в ульте написал, да? Да, я про ульту тебе писал. Уже там все свое ЕП получил с ГП. Дайте тишка, пожалуйста. Кстати, не уверен, по-моему, там, когда дефы прожимает, ДК там не только неизобретимости, по-моему, мелкие уже не агрятся, только что прожимал, вроде нормально было. Ты о чём, Ваня? Ну, когда дефы прожимаешь, тоже обычно мелкие наагрились на тебя, сейчас вроде не агрятся. На не агрятся на хил, и абсурд. Не, ну я там кровь отдавал, зелёнку жал. Да не агрятся, зелёнка агрит, да. Ну как зеленка, когда вот ты поглощаешь урон с зеленкой, то есть не когда ты прожимаешь, а когда тебя большой бьет и урон поглощается, это агро делится между мелким трэшем. Так, дайте я отсухал суфл баф, и че он там, какой он фридом кидает, верлом, какой ты фридом кидал? Холодец первый, по идее. А, ты первый фридом кидаешь. Правосудие мудрости, каст ауру и первый фридом. Майоши, Лень, Волкер, Веролом, Андерас, этот складет. Роги, чего у вас так мало ДД потрэш? Я базарю, у меня... Ну, это просто пиздец. Трэш просто с двумя рогами должен умирать, он... живет до следующего метеора. А чё он бафы? Кулак, каску? Бафы, чё хочешь? Ну, каску, скорее всего, потому что кулаки есть. Поклонский, Хангер, Волкер, чего мне хватает? Хангер, ты тут? Волкера нету в инсте вообще. Что он делает, Волкер? Что ты делаешь в Долоране? Все, он тут. Чек. Все, все готовы начинать. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало честь узреть начало эры разрушения. Гникер, Оксана Гникер. Туда побежал. Жаль. Блинкуйся быстрее, блин.
бейте все тупо босса, не надо тут ваших масут, тут роги и коты забьют трэш, мы и так не успеваем босса переводить. Эти все босса. Самый мед. Метка. Кстати, метеор сейчас будет. Прибежал. Что это такое, дампер? Эти трэш. Еще один красавчик. Зимодопал, резай листалка, листалк, резай дампер. Да дампер, наверное, улитку слышу, но пока ничего не говорит. Ясно. Просто реса или сталка. И с демоном бьем. Гоу метка. Спальте его, поклонский, заходи. Тебя зашли. Брат, ставь. Дайте нас пап. Каску МП подруги. Готовы. Гоу, метка, заходите. Это третья подряд, пиздец. Смотрите, опять на меня кинет базар. К морде сейчас несите. Ставик метку. Вторая заметка. 1%. Все, выходим. Выходим. Давайте. Ну, короче, давайте рост. Смотрим назад чисто. Попал он. Смотрим метеор. Прижали свет. Немножко стопанули по воздуху, сейчас будем только трэш бить. Говорил, бьем трэш. Дарксайд метка. Трэш. Босса не бьем, только трэш бьем, и большого голема. Видите метку? Смотрим метеор. Батарея скинь, Аро. Метеор. Битрикес, прожми уход, невидимость. Сам. Бьем трэш. Бэр. Я понял, Ваня упал, падает. Чего вы все роняете танки? Чего вы падаете? Почему вы падаете, сука? Ну. Хилы моча, да? Да не успел. Бывает. Чудо там я только, честно, флешки только вижу от хвала. Вспышка. Бля, с
спекните третьего хила, дамага до ебеней. Конечно, до ебеней, до ебеней доводим, да? Да, остается 3 секунды до метеора, на первой фазе это дамага до ебеней, логика железная. Там минус 2 было вообще-то. Да, падает. До первой фазы. Ну бы падает. Какая разница, минус 2, не минус 2, мы уже третий раз как бы переводим босса, когда уже почти третий метеор. Это хуйня, они трэш бьют, это хуйня, все, дамаг в трэш линканите в мелкий. Любому будет бьют, я тебе говорю. Оксана, бросай МК при переходе, я его не вижу. Так, пацаны, давайте еще раз скажу, когда я говорю, что трэш бьют только кот и два роги, это никаких иссушений. Волкер, Слипнокс, если еще раз будете иссушения, я просто кину ГП. Вы что, не видите, что, сука, 3 секунды до метеора? Ебанулись вообще в края? Бейте точечно Халиона, ШП. Я же говорил. Ваня, прожимайся, когда ты танчишь и Халиона, и Большого. На тебе только что не было пружинки. Понял. $43,000 Халион ударил тебя. Дампер, ты тут? Дампера нет, это демон. Материальность не видел, но 43к даже на 60 это очень много. Козырь может кем-то зайти. Демоном пусть заходит, если у него демон. Нет. А да все, есть демон, я могу на демона зайти. А сова у него есть? Все у него, наверное, есть охуенно. Пусть он ДЦ идет, я на демона зайду, слышишь? Ну пусть идет. Какой ДЦ? Пусть он. Ваня может демоном, а Козырь ПДК. Если он танчивает свет, конечно. Не, Ваня пусть лучше танчит. Сейчас он в РК зайдет, наверное. Вы сами спросите меня. Пусть он идет ДЦ в тьму, заебись бы. Ну слышно, он там в комнату не хочет пойти, он там онлайн. Кто? Да. Эми? Да он же. Скипы, наверное, пойдет лучше. Давай на демона зайду, Козырь на ДЦ. Да не выхилит там ДЦ. Да как не выхилит? Ну потому что ДЦ говно. Не, ДЦ хороший хил во тьме. Да, ДЦ заебись, там с хулипалом. Ну да. Там, блядь, он всех их перехилит. Полипал символ купил и масхил, блять. Какой света небес? Ну, конечно. Так он must have у них. Слышишь, что там, где Козырь здесь тут? Или пусть кто-то из здешних крестов. Хила, блядь, тьму. Я на демона зайду. Там во тьме просто такая скука, блядь. Гу, давай свет похилю. Вон, слышишь, Зерю? Вон, слепотник схочет. Слепотник? Слепотник. А я демоном, а Козырь кем-то ДД с ШП тем же пусть хуярит. Короче, Козырь походу АФК, я хуй знает, не пишу, не отвечаю. Ясно. Холодец пишет гона демона, я на Христа. Ну и тогда реплик нужен. Давай, отец, ты на демона, а зачем реплик? Во тьме есть два пала, я пал один. Так ты хилить должен. Да. Сука, спек не слепоникса в хила, а я пойду на демона. Вот так нормально тем. Кикни этого дампира. Чё? Там Марат идет демоном.
Надо еще какой-то беда. Пусть мутант варом заходит, чё, нахуел рейтинг? Ничего на мутанта базаришь, а? Опять твой парень? Да. А, ну тогда извини, пожалуйста. Понял, да, вот и всё. Давай теперь я пороняю палитру. Свет похилю. Блин, а ты меня точно шо пороняешь? Ну это не демон, это ШП. На хули креста зашел? Тогда давай я... Брата, нахуя ты зашел на креста, если нужен да демон? Сука, брат? Давай я на демона зайду, прием. Мне демон-то подеть, чем у него, у меня там фулл бис. Дамажить. Кто будет за демона? Ну, Марат, это похуй, я дамажу 10к даю, нахуй. Не гоните, блядь. Чё, захожу, слышишь, кидай его в пятую. Я тут големов бью охуенно. Больших. На жопу просто. Да пусть как хочет. Так, уже что тут делать, а? Или нахуй демон, на шипы останусь, так лучше будет, может. Да не пиши в гичат, там никого нету. О, Лип рано зашел. Да, ассиста. Демон или ШП? Заходи на демона, давай. Захожу. Наконец-то я... Кто это, Лерон? Вижу, как Ленька падает. Еще вот. Свет похили, пораняю. Ваня, готовься. Его снимает скидку. Там Олег будет хилить? Ну. А, бля. Олег, заходи на БДКС. Ловый демон был? Да. Душой. Выйдите, суманите, а то я лететь еще буду 2 минуты. А, вы еще добираете, так ладно. Приветствую. Джель. Можно взять АДК, который просился за льдом в РС. Я его уже кинул, пати, он что-то ничего не... Больше некого. Есть еще Леон, какой-то Fire 5.7 в скобках Void. Я с вас мечу, 4К друид. Все, дайте шкаф, а Войт не долетел. Ебался, вот этот ретрик, его можно в свету, в свет отправить. Выйдите, Войда сманил, один человек. Кого ты добрал? Куле, ебать. Пацаны, не варик, вам от меня только эти бафы. Лужи будут, пишки, дайте бить, пишки. Так он во тьме. А какой трэш он во тьме? В смысле, он АДК. Ничего, пусть во тьме дамажит себе то. А, ну да, кстати, не на кого менять. С один пал получается во тьме. А. Два, забыл про хпала. Видишь, не зря хпал пригодился во тьме. Так чё, меняемся, чека? Давай в один трай поменяемся. Самогон, ты тут, Ваня, Поклонский, Бетельгейс, Оксан. Я тут, бля, в РК свернул просто, и что там кричите? Повороте, ты тут? Да. Самогон.
Шкаф надо поставить, суманить, ребят. Вань, дай шкаф. Ты сейчас суманил? Пёдро. Здорово. Здорово. Думаешь, давайте зло возьмем вместо вагона, а то и так ДПС нету нахуй. Сейчас попробуем. Поклонский, ты тут? Изи. Поклонский. Не сумонтику в этом. Там, да он сам не сумонится, он там что-то в седых холмах, что-то, блядь, что-то летает там. Я слышу вас, алло, я не сумонюсь, потому что вы говорите, что сейчас кого-то доберете. Две минуты висит, скажете, я нажму принять. Спасибо. Берите злого тогда, да и так доплачиваем это. Пусть лучше злой тогда на протопала зайдет, а перентерит. Давай БДК. Давай БДК. Сейчас его лихо. Тогда его камзиду афликом. КВ, не принимай КД. В смысле, зачем он на БДК заходит, если нам надо ДД? Ну, я афликом зайду. Не. Это хреново. Хреновая идея. Да хоть ЗД, какая разница, кто танчит? Так, а где он будет дамажить? Он будет дамажить в тьме, да? В тьме. Он будет дамажить в тьме. Он отправит какую-нибудь рогу во тьму, чтобы бахнулся. Ну и что в итоге, кем мне зайти? Заходи в БДК, давай, чтобы я зайду. Хорошо. Лень, ты теперь будешь во тьме, а Ваня будет свету африком, и все. Мне свет, ему танчить. Нет. Что танчить? Свет. А чё, Лень напрыгнул хуёво, что ли, или чё? Не, просто лучше, чтобы он был во тьме. Ваня, ты, зачем ты плюсуешь с... Я в БДК ДД пойду, чтобы когда не вешать. Бля... Тогда давай, ты БДК танк, а неоспоримый вар. Неоспоримый можешь... Ваня, у тебя там 80 вар, ты врываешься на плащ, какая разница? Я могу просто ДК спекнуться, чё? Да там мэр, Марат просил заходить. Подамажит во тьме, а рогу обратный свет. Ты хотел подъехать... Какая разница? У Волкера нет плаща, Марат ниже. Ну, как хочешь. Нет, упок. Чек. Волкер, так где ДДшь во тьме? Ты ДДшишь во тьме, да. Ваня, ты ДДшишь во тьме, а Лень, ты ДДшишь в свету. Олень. Все готовы? Че, Олег, меняемся, да? Ну, уже не надо меняться. Дайте каску. По ДК. Хотел Ваню похилить, да? Чё у нас там? Нормально. Ну чё там, самогон готов? Ты готов, я начинаю, Поклонский. Метка метеор. Чё, два холипал, что ли, святой? По одному на материальности. Я понял. Нормально. Метеор листал. И бежал. Нормально бьем. Короче, точечно в босса играем. Уже спаунт метка. Лен, метка. Смотри, метка метеор сейчас будет. Побежал. Идем трэш. Без дамага уже все нормально. Идем метка. Я встал. Делите ману. Да, выйду. Дайте баф по шаману. Поклонский, заходи, дайте фул баф по шаману. Мы заходим рейд. Крест. Там кокосина диспелит.
Сабик метка. Ты будешь диспелить во тьме, потому что у нас охуенный холи прист с вуду за багом. Вуду это хлам. Вуду то потом. Заходите. Заходите. Хилю никого не ронял. Хилю громко сказано. К морде сейчас несите. Рано, ближе к морде, ближе к морде. Нет, назад! Давай гимн на хп! Это я ее диспелил. Я видел, что она добежала, развернулась, начала бежать. Я думаю, быстро сдиспелю ее, а она под щитком была. Блять. Сука, холи приз заебал. Нуб какой-то, блядь. Сама себя диспелит нахуй. Ну я просто видел, что она бежит обратно, я думал, успею ее диспелить, пока она прибежит. Слышь, пацан, он смотрит метко до стены добежала, он щитов кейки хуярит, чтобы он обратно время бежала быстрее. Сука. Нихуя холи приз. Сейчас Шанан получается охуется, сейчас с козырь ротриком зайдет. Блин, ну это Коксана. Ты сама должна себя диспелить, у тебя есть снятие проклятий. Никто тебя не будет диспелить. Джерри, он слышишь, что тебе говорю тут? Чё? Сейчас скользер ретриком идет тут нахуй. Да он сейчас всё отвернется. Я что-то ГП прям под 200 стал. Я наш, наверное, на друида, Олег. Не реварен. Каз замедляется у Халёна, у дыхания. Ой, шкаф с тобой. Да. Ой, шкаф. Да вот он. Все, я теперь могу длань не кидать, отлично. Иксана, ты тут? Ты вынесла на панель снятия проклятий? На F1 поставь. F1, еще какой бендерчик набал. Да, у меня есть проклятие. Есть у кого фасочки на броню? Не. Дайте фулбал флешбладу, дайте каски по рейду. Пунктов. Чё, подожди. Чё, он едет на орла. Дайте козлов по декайну. Ты сейчас козырь будешь. Ждите. Телек, да? 15.02 принято, а кем П? Кем оно принято? Кто такой П? Р, это ренивал. Чек. Сейчас мы напьемся. Бетельгейз, ты тут? Да. Ты готовы начинать по-клонски? Метеор, смотрим. Козырь второй фридом кидает? Вон метка. Да, козырь второй фридом. Ну, вроде как первый. Ну, не знаю, верлом кидал первый просто на этом трае. Я вторым кидал. Босса точишь.
Бак, нет. Крис Хвост, возвращайся, бейте босса. И бежали. Метка листал. Чай собрай. А Йоши, ты же остаешься, помнишь, да? Да-да-да. Заходи по-клонски. Рейд заходит. Кстати, квадрат. Смотрим. Заходить? Нет. Эй, метка, заходите. Листалк. Вижу к морду. Тень метка. Самогон, ты пидор. Крик на хп не обновил. Да, я сплю уже сам. Чё там, пацан? Чё-то 1%. Just punk, метка. Сейчас будем выходить. Босс. Это во тьме? Здесь. Диспальт и танцы. Небеса в огне. Прибежали метеор. Который куда лужа льется. Трэш играем, свет, Бетельгейс метка. Только трэш. Геру во тьме. Фильца. А, бля, какая нахуй нечего, да? Попал на метку. Смотрим, сейчас будет метеор. Бежали метеор. Свет, стоп. Пуль не бейте. Не бейте свету, бейте только трэш. Славик, метка, прожмись, Ваня. И неоспорим, прожмись. Коволки. Там с себя будет метеор, бейте свет. Бежали. Свет бьем сильно. 60%. Два роги заливает. Оксана метка. Все, нормально, бейте. Трэш. Шел. Шипа, дайте Дим свету, Романа. Бейте. Только трэш, бейте святого, Айош метка. Смотрим, метеор.
Не ставьте эту белую наушку. Может, ему сейчас спеть? Сейчас скажу. Давай, пой. Лёнь метка. Метка, прожмись на скрин. Тоже смотрим. Сильно свету, 60 перебежали. Верста минут. Там не минута. Айоша, метка, прожмись на скрин. Тетраж. Тетраж. Вижу. Только траш свет. Приметка. Сама метка сама себя. Бейте тупо босса на пульте и перебегайте. Плащ упал. И шею. Какой там ПР на плащ? Волкер, да, походу? Да, там волкер вышел. Интеллигезу что, не надо? Не. Киньте волкеру ГП, пожалуйста, нету. Нету, просто прав. Ройте подвеску.